а не так, что ты делали. Не, я выполняю. Ну, я все, говорю, что вот не надо, что вот взял и не выполнил. Если взял, так надо дополнить полностью. Ну, что-то ломать не стоит, я не знаю. Типа, надо как минимум нам 7 человек. Даже если этих 7 человек не будет, просто не вайсишь в аргу человек, он делает все. Хотя бы, чтобы Никто хотя не бы берет. один сделал. Никто не Чтобы берет. мы Ломать не так стоит, делали. никто не делает. Нет, я тебе говорю, сейчас ломать не стоит, никто не делает. Это никому не охота делать. Это же надо париться, одному делать. Это скучно, во-первых. Если толпой делать, то это да, это интересно. Вы сидите, общаетесь, вы делаете, это да. А одному делать? Нет. Здесь только 5 уже сидит. Как там надо... Там 12. Как, враги. Ну, 7 есть из 12. Ну. Да, Даша еще не зашло. Да, вообще не Получается, зашло, да. Там Майя, зашли. Максим, Райан 3, Джереми 4, Азиз 5, Дмитрий, который есть. Ну, если кто-то будет. Надо узнать, Дарья что 7, надо. Дмитрий, который оригинальный 8. Надо понимать, будет ли это делать. Опять же, даже если не будут, берешь бича 5 уровня, говоришь 15 тысяч за 30 минут и отправляешь его. Ну, 15 такое, тысяч за такое. 30 минут. Да, 15 тысяч, да. Платит 15 тысяч. Но это, я тебе говорю, это невыгодно делать тем, кто сольники. Это выгодно только организациям. Ну, короче, надо как минимум Есть нам право. Не людей. знаю. Не такой. Мы просто можем попробовать и не париться. Это мне куда заходить? В любом случае полтинник отобьем, даже если попробуем. Ученик мы не забьем. Не отобьем. Не Даже отобьешь. и просто старший состав скинь с этими 15 тысячами. За один Нет. день и все. Ты не понял. Вот ты отобьешь на аргу, только в случае, если вы выполните контракт. Так ты выбиваешь только себе на руки. Я тебе А на говорю, аргу никто не мы будет просто гадать. старший состав такой соберется, ага. Ну. Давайте попробуем. Если никто не выполняет, просто старший состав закидывает эти 50 тысяч на аргу, которые они получили с этого Что-то контракта, и все. создаешь, я нормальное оружие создал. Давай, создавай. Заходи, заходи. Вот только мне кинь, потому что еще бояки. То есть ты все-таки предлагаешь попробовать, да, это все сделать? На чем? Мне лагает. Я браузер забыл закрыть. Это... Майя, как тебе предложение? Мне опять все залагало, к хренам. У меня кнопка бежать не работает. Директор. Ну да, это меня сразу понятно. Да блин, опять фигня какая-то. А ты можешь мне чуть-чуть подыграть? Типа, что я круто стреляю. Чел, мне 20 кадров, куда еще подыгрывать? Не знаю, не знаю, как это играть. Я забыл, ну, короче, закрыть. Ладно, Райан, завтра давай. Ты завтра дома? Да. Ну, значит, давай завтра попробуем, узнаем, может кто-то если будет делать. В принципе, надо вообще схему делать, у нас схему никто не хочет начать делать. Я вообще не шарю за эти контракты, за схемы. У меня пинг, у тебя такой. Схема делается 10 минут на одного человека, плюс 12 тысяч тебе на руки. За 10 минут? Да. Ты делаешь быстренько схемы, ну если ты быстро делаешь, как я, то я, у меня выходит на контракт, на выполнить за себя 10 минут. Это чтобы приехать, сделать и отвезти на черный рынок за 12 тысяч тебе на руки. Джереми, слышишь? Баллы даются за группу, а не за одного человека на лекции. Не только что это сказал. Так я только что в МА Флут СС поговорила с ним. Он вообще не знает, что как сейчас работает. Он сам это сказал. Так мне все время одобряли отчеты, где я... Я что знаю, что вас там одобряли. У них раньше вообще не было отписи в Дискорд. У них раньше делали скрины из игры. Со Штуду начал проводить релекцию. Сейчас это работает не так. Баллы даются за группу, а не за человека. Чё, здесь еще надо? У меня один идеальный есть откат, как я тебе 3-0 выиграл. Что, он 10 человек, и ты должен за это 150...